Спортом Искандар занимается с 6 лет. Поначалу увлекался единоборствами, где достиг определенных высот, но со схватками на борцовском ковре пришлось расстаться. Получил травму спины и пошел уже в зал потихонечку закачивать спину. И как-то так получилось, что перешел уже в бодибилдинг. Это сейчас Искандар – авторитетный тренер, руководитель тренажерного зала, чемпион мира. В распоряжении современных бодибилдеров передовые методики и технологии, а ему 20 лет назад приходилось все узнавать самостоятельно. Изначально, конечно, слушаешь одного, второго, третьего. А потом, когда мне понравилось это все, я начал изучать это все. Очень много курсов разных прошел. Не стараюсь хотя бы раз в год, хотя бы раза два в год что-то новое изучать. 19 октября в Словении под эгидой Международной федерации бодибилдинга и фитнеса проходил 10-й юбилейный чемпионат мира. На этих соревнованиях Искандар стал абсолютным чемпионом мира по бодибилдингу. Конкуренция была достаточно высокая, конечно, были ребята с многих стран мира. В эту федерацию входят 72 страны. Соответственно, получилось, что я победил в своей категории и в абсолютной категории среди всех стал тоже чемпионом. В профессиональных соревнованиях по бодибилдингу Искандар активно участвует последние 5 лет, чтобы достичь чемпионских высот. На протяжении долгого времени он не только тренирует железные мышцы, но и воспитывает железную волю. Именно по режиму все это очень дается тяжело, потому что ты встал, ты рассчитал, вот у тебя столько-то углеводов, столько-то белка в день, столько-то должен калорий сжечь, столько-то съесть. То есть и каждый день все это по режиму делается. Помимо питания, необходимо придерживаться и строгого тренировочного плана, и еще не забывать о своей основной работе. Но Искандар уверен в себе и уже сейчас вовсю готовится к очередным соревнованиям. Впереди 4 крупных старта. Сейчас готовлюсь. У меня 9 ноября будут соревнования в Германии, в Франкфурт-на-Майне. Там тоже очень такой крупный турнир. И дальше уже приеду сюда, здесь будет чемпионат России и так далее. На его аккаунт в Инстаграме подписаны 1000 людей, но не ради славы Искандар Раджабов в очередной раз подходит к тренажерам, а ради преодоления себя. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.